Здравствуйте, дорогие гости и подписчики моего канала. Здравствуйте, дорогие участницы совместного проекта «Богатство и благополучие». Ну что, мы хорошо потрудились за июнь месяц и вообще за время совместного проекта. Проделали большую работу, есть финиши, есть старты, хорошее продвижение. И наши вышивки уже приносят свои плоды и результаты в нашей реальной жизни. Я этому очень-очень рада и искренне желаю, чтобы у всех эта примета сработала. Кто-то верит в примету, кто-то не верит в примету. Я, в принципе, особо этому как бы смысла не придаю, но тем не менее работает. Как ни крути, работает. Наши мысли формы, наша позитивная энергия, она притягивает именно то, что мы хотим. И случается часто так, то, что мы вышиваем, то, в общем-то, и каким-то образом притягивается в нашу жизнь. Поэтому желаю вам дом полную чашу, богатство, благополучие, чтобы все у вас было замечательно. Ну и самое главное, конечно же, здоровье. Ну что, поехали. Ангелина Орлова представляет нашему вниманию отчет по набору фирмы «Золотое руно» к дальним берегам. В набор входит основа Цвайгард, ниточки Мадера, есть металлик и светящиеся ниточки в темноте. Очень интересный и красивый набор. Пишет нам Ангелина, что чуть перевалила за экватор фрагмента, это уже что-то. Вышился один парус полностью, повышивала металликов, впереди еще километры парусов. Ну да, парусов здесь много, но в этом и прелесть этой работы. Людмила Хараян вышивает чудесную тыковку от фирмы Mill Hill. Пишет, что повышивала уже бисером и работа засияла. Да, осталось уже совсем чуть-чуть. Хочется посмотреть на готовый результат. Светлана Кузнецова представляет нам уже готовую работу. Это оберег, который вышивается на пластике. Называется «Неразлучники». Вышивался легко, при желании можно вышить за неделю, пишет Светлана. Я не торопилась, вышивала в удовольствие, так как люблю вышивать на пластике. И сразу начала новый наборчик. Это «Крупинечка» и «Богач». Замечательные обереги. Желаем удачи. Татьяна Муратова пишет: «Здравствуйте! В июне вышивала всего лишь одну ниточку на орнаменте. Теперь надо вышить крестиком весь орнамент, постирать, чтобы уселась канва, и делать бэкстич. Такой план». Ну что, работа практически готова. Нужно немножечко, конечно же, поднажать, чтобы красавица уже была полностью готова. Представляю вам готовую работу от Ирины Серегиной. Ирина вышивала 50 рублей советских. Схема разработана Ольгой Евдокимовой. Эта денежка большая в размере и вышивалась на равномерной основе. Посмотрите, как хорошо проработана схема. Можно подумать, что это, ну, настоящая денежка, да, только увеличенная. Тем не менее, это все вышивка, полностью готовая работа. Очень красиво. Ирина, мы вас поздравляем. Ирина Серегина продолжает участвовать в нашем совместном проекте с дизайном. Это схема, разработанная на сайте Вышивай.ру Надеждой Антоновой. Вот такой вот золотой карп. И здесь очень хорошее продвижение. Я просто восхищаюсь, как удается Ирине такие сложные работы очень-очень хорошо продвигать за месяц. Желаем, конечно же, шустрой иголочки и ждем новых отчетов. Юлия Переплетчикова вышивает набор фирмы РТО под названием «Коронованные плоды». Дизайн разработан по мотивам картины Марии Павловой. Здесь используется мулине ДМС, основа 14 каунта, размер готовой работы 35 на 35 сантиметров. И пишет нам Юлия: «Ура! У меня закрылся третий уголок и вышился последний гранат. Я очень рада, что удалось настолько продвинуть работу. Теперь остается фон и несколько зернышек, рассыпавшихся по столу. Мне кажется, все самое интересное еще впереди». Да, работа получается замечательная, великолепная. Уже финиш близится. Мы желаем удачи. Елизавета Хлюстова вышивает у нас авторскую схему Натальи Черепановой, аквариум по рисунку Алексея Долотова. Размер 300 на 225 крестиков. Канва Белфаст 32 каунта.
Размер работы будет приблизительно 48 на 36 сантиметров. Здесь используются 52 цвета плюс 6 блендов, ниточки СХС. И присылает нам отчет за июнь месяц. Небольшие продвижения пишет, так как лето, но это понятно. Главное, работа двигается. Ирина Соколовская вышивает алый паруса от фирмы «Золотое Руно». Размер работы будет 38 на 26 сантиметров. Используются здесь ниточки «Мадера». Пишет нам Ирина, что вышивать особо не получилось, но зато корабль попутешествовал и побывал в горах. Вот такие интересные фотографии нам присылает Ирина. Встречайте финиш от Натальи Ступак. Это наборчик фирмы Custom Crafts «Подсолнухи» по мотивам производителей Джон Портер. Набор 2008 года. Размер работы 27 на 39 сантиметров. Число стежков 154 на 216. Вышивается на аиде 14 каунта. Количество цветов 26. Вышивается в две ниточки чистыми цветами. Начало работы было положено в октябре 2019 года. И перед вами сейчас две картины. С левой стороны это картина, по которой была разработана эта работа, а справа уже вышивка. Потрясающая разработка, практически не отличишь, где картина, где вышивка. И пишет нам Наталья: вышивала и решила уже дошить эту картину, закончить побыстрее и заняться вплотную своими лошадками. Работа получается красивой, летней, красочной. Вышивалась очень легко, схема простая, одиночек нет. Вышивай. Составляющие набора очень хорошие, качественные, всех ниточек хватило и достаточно осталось. Нашла в интернете художницу, которая написала эту картину. И фирма Custom Crafts по этой картине разработала вот такой набор для вышивания. Теперь осталось оформить и повесить, чтобы эта картина не только радовала нас, но и приносила достаток и благополучие в наш дом. Мы желаем, чтобы у вас все-все было замечательно. И, как говорится, дом полная чаша. Картина прекрасная, очень хорошая разработка, яркая, сочная. Поздравляю! Еще один финиш, но не просто финиш, а уже даже готовая оформленная работа, представлена нам от Дарьи Ибрагимовой. Это наборчик «Золотое руно», «Ночная песня». Размер работы 37 на 28 сантиметров. Вышивается на аиде 16 каунта. Используется мулине «Мадера» 36 цветов и светящаяся ниточка. Работа вышивалась у Дарьи как-то очень быстро. Заявка, первый отчет полпроцесса отшитого и уже вот готова работа и оформлена. Работа великолепна, разработка просто замечательная, все очень-очень красиво. Поздравляем с такой замечательной работой, ну и, конечно же, будем рады вас видеть в наших новых совместных проектах. Отчет Марины Филипповой. Пишет нам Марина. Набор «Панна» ВС-485, используется 37 цветов, аида 14 каунта, размер работы 25 на 37 сантиметров. Волшебный таинственный домик, спрятавшийся на опушке леса, засыпан пушистым искрящимся на морозе снегом. Даже захотелось зимы. В чем проблема? Вот, пожалуйста, снежинки я добавила. Половина работы готова, работа непростая. Частая смена цветов, но не одиночки. Очень крупная схема, даже слишком. Красивый подбор цветов, ниток. Приятно удивляют нитки в этом наборе. Приятно, шелковистые, не похожие на гамму. Не налюбуюсь на вышитые окошки. Разглядывая их издалека, создается ощущение, что они маняще светят в зимней темноте, зазывая погреться у живого огня в тепле за чашечкой ароматного чая и душистых травок, собранных заботливыми руками. Какая прекрасная работа получается. И замечательно, когда вышиваешь работу, и она вызывает прекрасные мысли. И работа, как мы видим, очень быстро продвигается. Я надеюсь, что мы скоро увидим даже и готовую работу. Еще один великолепный финиш нам представляет Элиза Левиева. Это великолепный кораблик, который уплывает на закате куда-то вдаль. Прекрасные оттенки цветов, великолепная работа. Поздравляем с финишем. Ирина Силаева строит свой кораблик.
Это авторская схема. Вышивается этот кораблик 10 цветами ниточек ДМС. Также есть 4 бленда. Используется крест, полукрест, есть бэкстич. Размер работы 130 на 230 стежков. Очень хорошее продвижение за месяц у Ирины. И очень интересно увидеть будет итог работы. Я надеюсь, у Ирины это получится. Вторая работа Ирины Силаевой – это наборчик фирмы Joy Sunday «Романтический Париж». Вот такая интересная работа с зонтиком. Зонтик вышивается как символ власти и богатства. Очень интересная работа и очень хорошее продвижение. Еще один финиш от Виктории Румянцевой. Готова работа от фирмы Риоли «Сотвори сама» 1569. Здесь канва Цвайгард, Аида 10 каунта белого цвета, ниточки шерстяные, акрил, 28 цветов. Техника вышивки крестов 3 ниточки. Работа вышилась очень-очень быстро, и как красиво смотрится готовый результат. Просто великолепно. Виктория, поздравляем! Отчет от Екатерины Плотниковой. Катерина вышивает очень сложный, но очень интересный процесс. Данный процесс вышивается шелковыми ниточками. Здесь их 27 цветов. По весу это килограмм 200 грамм. Представляете, какой объем ниток должен вшиться в эту работу. Размер работы 70 сантиметров на 1 метр. Очень большая работа. И вы знаете, что шелковыми ниточками вышивать тоже очень сложно. И тем не менее, здесь очень хороший прогресс. К сожалению, фотография не очень четкая и рассмотреть подробности сложно, но тем не менее объем вы видите. И пишет нам Катерина, что несмотря на то, что прошлый отчет был пропущен, тем не менее работа вышивается и вышито уже 60% работы. Представляете, сюжет разработан по картине Уильямса Морриса «Дерево жизни». Замечательный итог получается. Будем надеяться, что скоро-скоро мы увидим готовую работу. Настя Маркова к нам с новым процессом. И пишет Настя: «Недолго я думала и решила принять участие и в этом СП. Хочу вступить с набором от фирмы «Золотое Руно». Замечательное лето. Но для себя я его переименовала в «Мечтая о лете», так как в этом году пока оно обходит на стороной. Хорошо было бы, если бы с первыми крестиками к нам пришло тепло. В этом сюжете присутствует все, что символизирует богатство и благополучие. Домик, тихое, спокойное море, по которому плывет парусник. Первый раз буду вышивать набор от этой фирмы. Первый раз буду вышивать ниточками Мадера. В набор входит канва белого цвета 16 каунта. Используется целых 75 цветов ниточек, 5 блендов. Все вышивается крестиком в 2 ниточки. Есть немного бэка. В общем, помечтаем. Это самый легкий процесс из всех, что я когда-либо вышивала. Единственная трудность – это черно-белая схема. Приходится параллельно заниматься раскрашиванием. Ну ничего, в каждом процессе есть свои трудности и нюансы. Главное, что процесс идет с большим настроением. Татьяна Буркица заявляет новый проект в нашем совместном проекте и пишет: «Хочу присоединиться к СП с работой сквозь замочную скважину». Это авторская схема дизайнера Анастасии Еремеевой. «Хочу вышить этот необычный маяк на желание. Вышиваю на канве 18 каунта от МП студии. Здесь используется 50 чистых цветов ДМС. У меня ДМС и гамма. 8 блендов, крест, полукрест, бэкстич. Увидела отшив на формуле рукоделия и влюбилась. Я купила только схему. В период самоизоляции собрать все для набора казалось непросто, но я справилась. Начало положено. Я, скорее всего, не успею закончить работу, но очень хочется поучаствовать. Кто знает, с вашей скоростью, может быть, и все получится. Мы желаем удачи». Лариса Киселева строит домик от фирмы ПАН. Это берег домашнего очага. Многим известный дизайн, очень-очень интересный и стильный. Размер работы 30 на 30 сантиметров. И вот такие продвижения получились у Ларисы. Виктория Румянцева присылает нам отчет по строительству своего замка от фирмы «Золотое Руно».
называется «Замок на воде». Размер работ 26 на 52 сантиметра. Вышивается на аиде 14 каунта мулине Мадера, 9 цветов. Работа большая, работа сложная, так как здесь сепия, но очень впечатляет то, что получается. Мы за вас держим кулачки, и осталось уже у вас совсем чуть-чуть, поэтому ждем готового результата. И, наконец-то, мои отчеты. Во-первых, процесс по дизайну Dimensions, но это сборка клубка желаний, это чаша с магнолией, размер работы 23 на 46 сантиметра. Когда я купила этот набор, я была уверена, что буду вышивать на равномерной основе, но когда открыла набор и приложила ниточки, которые шли в наборе, и увидела, как они играют, как хорошо они смотрятся на этой основе, я не захотела ничего менять, и повышивав немножечко уже на этой основе, я поняла, что мне все очень нравится, меня все устраивает, вышивается легко, и результат просто великолепный. То, что вы видите, это два листа схемы из шести, вышит центральный участок, так сказать, выполнены все необходимые стежки и бэкстич, но больше, в принципе, ничего там не было, только бэкстич. Будут дальше французские узелки по этому процессу, но это будет уже на цветках магнолии. И второй мой процесс — это чаривно-мыть подразделение Crystal Arts на заливных лугах. Вот такая парочка аистов, очень теплый сюжет, милый, мне он очень нравится. Даже несмотря на то, что здесь ниточки ПНК и ниточки старого производства, которые немножечко такие суховатые, у них слабая мерсеризация, тем не менее вышивается тоже очень приятно, и мне нравится то, что получается. Я надеюсь, что в следующем отчетном периоде я покажу вам уже такие хорошие продвижения. Ну а на этом у меня все. В завершение хочу напомнить, что по итогу совместного проекта состоится розыгрыш, поэтому все ваши готовые работы, пожалуйста, фотографируйте и размещайте в альбом с готовыми работами в группе ВКонтакте. Но для тех, кто не отчитывается в ВКонтакте, конечно же, присылайте мне на электронную почту, я сама размещаю для вас там фотографии. По итогу совместных проектов будет розыгрыш, рандомным путем мы выберем победителя, который получит наборчик «Прекрасная балерина» Design Dimensions, сборка клубка желаний. Это из моих запасов, так сказать, от чистого сердца. В дополнение, в помощь будет у нас органайзер по типу пака, ну и, конечно же, книга о Греции, о археологических памятниках, так как они выглядят сейчас. Но интерес в этой книге в том, что представлены картинки так же, как эти памятники выглядели в оригинале в древности. Это очень-очень интересно. Мне хочется подарить частичку, так сказать, той страны, где я живу. Вот. И надеюсь, я кого-то порадую. На этом все. Спасибо за участие, спасибо за активность. Ну и, конечно же, увидимся с вами в новых отчетах. До новых встреч!